Своим философским профессионализмом Турар Кожомбардиев внес значительные изменения в жанр поэзии, оставив огромный почерк в культуре кыргызского народа. Турар Кожомбардиев эми биздин улуттук адабиятка. Турар Кожомбердиев оставил много творчества в нашей национальной литературе. Еще со времен студенчества он начал писать красивые стихотворения. Он является нашей гордостью. В сердцах кыргызстанцев смог занять почетное место. Стихотворное творчество поэта привлекает читателей своей легкостью, простотой и лирической выразительностью. Создавая яркие художественные краски из-под своего пера, стихотворение посвящал природе, матери, жизни и смерти. У нас есть очень много достойных поэтов, но особая отличительная черта Турара Кожомбердиева заключается в том, что в своем творчестве по большой части он импровизирует. Мне по-особенному нравится то, как он преподносит свои стихотворения. Стихи, посвященные любви, очень красивые и вдохновляющие. После себя талантливый поэт оставил значимый творческий след. У него остались наследники, дочери и сыновья, которые на сегодняшний день продолжают его дело. Технику написания стихов я знаю. Когда у меня появляется вдохновение, то я с удовольствием занимаюсь этим. Не скажу, что у меня есть талант, как у отца, но у моего брата Мухаммеда есть такой талант. На сегодняшний день он читает стихотворения и уделяет этому особое внимание. Селе Сарыбулак, где прошло детство поэта, в 1991 году была основана школа его имени. В настоящее время там получают образование 250 учеников. Кроме этого, в городе Карабалта, а также в селе Сарыбулак есть улицы и библиотеки, которым присвоено имя Кожомбердиева. В честь Турара Кожомбердиева проводятся часто мероприятия. Мы всем ученикам проводим открытые уроки в честь поэта, а также контрольные работы, по итогам которых учеников вознаграждают грамотами. Близкие друзья, сыновья и дочери организовали мероприятие памяти. На церемонии присутствовали члены Союза писателей, его последователи, представители местной власти, жители и молодежь. Парвона Аджимал, Санжар Жолдошбекулу, СТВ Жейлский район.